Участниками программы по обеспечению жильем молодых семей Тимофей и Надежда Зотовы, Станислав и Светлана Симоновы стали меньше года назад. Статус многодетных позволил занять первые строчки в списке очередников. Грамотно оформить документы помог жилищный отдел. За последние 5 лет у нас 14 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья. И из всех уровней бюджета на эти средства, на эти цели выделено свыше 10 миллионов рублей. Общий размер выплаты на 2 семьи превысил 2 миллиона рублей. Эти суммы не покроют всех расходов молодых, но государство сегодня предоставляет массу возможностей. Надо просто не упустить их. Государство вам дает стартовый капитал, это не последний. И надеяться на то, что и вы будете продолжать и трудовую деятельность, а она будет воспитывать детей и вырастить достойных граждан. Государство. Вот для этого это делается. Тимофей и Надежда Зотовы воспитывают 3 детей своему участию в государственной программе. Очень рады. В планах у нас построить дом хороший, большой, теплый на всю семью, чтобы всем было комфортно. На сегодняшний день в муниципальный список молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включены 24 семьи.